В 19-м детском саду города Слуцка сегодня проходит самая необычная осенняя ярмарка. Гостей праздника ждет увлекательное путешествие, а какое именно, мы расскажем вам прямо сейчас. В особенном 19-м детском саду успешно занимаются воспитанием и образованием особенных детей и активно вовлекают их в совместную деятельность со здоровыми сверстниками. А для того, чтобы значительно ускорить процессы психического развития детей и сформировать навыки социальной адаптации, задействуют большой спектр совместных мероприятий. Одной из наиболее продуктивных форм взаимодействия является организация совместного досуга. Именно такая деятельность ускоряет процессы психического развития и интенсивнее формируются навыки социализации. И чтобы сотрудничество было плодотворным, задействован огромный спектр мероприятий. И вот сегодня проходит одно из таких мероприятий. Это осенний кермаш. По традиции нашими гостями стали воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения яслей сада номер 18 и 11. Сегодня наша ярмарка организована в виде интерактивных площадок. Посетив эти площадки, ребята не просто весело проведут время, но узнают, что ярмарка – это не просто торги, а это целое культурное явление. Здесь выступают скоморохи, заезжие артисты готовят свои театральные представления, происходят спортивные состязания. А также участники ярмарки ходят хороводы с песнями и с музыкой. На праздник ребят созвали скоморохи традиционные ярмарочные персонажи. Рады вас усіх бачить на нашем святі. Запрошаем вас сердечно на наш кермаш. Сказки, примовки и байки. Звон цимбал и балалайки! Усіх, хто не лінувався і добре справами справлявся, і не марно трапив час, запрошаєм на кермаш! На кермаш усіх запрошаєм! Главная героиня праздника – «Золотая осень» – приковала взгляды ребят своим обворожительным нарядом. Ну, я традиционно, как осень, прихожу в этот сад каждый год. Здесь очень яркие, красивые столы. Здесь прекрасные хозяюшки, замечательные, дружные, веселые дети, которые всегда меня встречают очень радостно, очень приветливо, дружелюбно. Мы вместе здесь веселимся, пляшем, играем, праздник встречаем, осень встречаем. Живем, веселимся, радуемся. Гости и воспитанники дошкольного учреждения образования путешествовали по интерактивным станциям ярмарки. На осенней станции ребята танцевали с осенью. На спортивной соревновались друг с другом. На театральной станции ребят ждал кукольный театр. А на ржаной ребята познакомились с традиционными белорусскими обрядами для достатка и крепкого здоровья. Как у людей было много счастья, здоровья и шмат грошей полные кишени. И их что робят? Обсыпают зернем, зернем. Жадаю вам моцного здоровья, счастья до неба и добробыту в доме. Сегодня, во-первых, очень хорошая погода и соответствует этому праздничному мероприятию, которое устроил наш садик «Солнышко». Очень сегодня много именно для детей развлекательных. Вот и сказки показывают им театральные, и спортивное мероприятие, и вальс с осенью. Деткам очень нравится, родителям именно нравится то, что радует глаз, вот эта вся красочность, соответствие золотой осени и очень много аксессуаров красивых, есть места для фотосессий, ну то есть все на высшем уровне, спасибо большое, мы еще приобретем обязательно, мы еще продолжаем быть на празднике.
А мы пойдем посмотрим, что там есть интересненького. Мы очень рады. Мы приехали в гости в рамках опорного детского сада по работе с детьми с УПФР. Наш 19-й сад нас любезно пригласил. Мы готовились, приготовили много товаров. Торг идет очень удачно. Особенно пользуются спросом у нас орешки, выпечка. Ну смотрите, и ждем всех орешки. Остальных гостей. А вас мы угостим салбургером. Это тот популярный салбургер. Обязательно попробуем, да, Игорь? Вот эти пирожные пекли наши родители. Очень вкусные, с шоколадом. Посмотрите, у нас сразу полностью купили торт. К сожалению, не могу вас угостить им. Торт очень вкусный, чизкейк. Очень вкусные вафельки. Очень вкусные, шикарные пирожные. Вот здесь посмотрите. Здесь и у нас и творог, варенье запеченное. Очень вкусное, запеченное. Все, очень вкусно. Ну и сами вырастили урожай наши родители. Центр коррекционно-развивающего обучения. Приняли активное участие. Детям очень нравится. Сами покупаем, сами пробуем друг у друга. Приходят родители, и им очень все нравится. Нам тоже понравилось. Ну а как такое мероприятие может не понравиться?